Заря, с вами Владимир Бутусов. Я представляю вам очередную гармошку с MIDI-системой для нашего заказчика, которого зовут Азат из Оренбурга. Получился очень интересный инструмент. Я сейчас обратил внимание, что на новых тульских гармониях модели 301M, хоть это и серийная гармонь, стали делать такую ленту итальянскую, очень красивую, переливающуюся, и ставить какие-то новые интересные уголки, то есть с более таким плотным обведением меха. Очень такой получился интересный инструмент. Очень яркий, звонкий. Установлена электроника. Поэтому передаем привет в Оренбург. Желаем успехов нашему заказчику. И, конечно же, сейчас сыграем немного хорошей музыки. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Если вас интересует приобретение, заказ подобных инструментов, вы можете обращаться по телефону и писать на электронную почту. Ответим обязательно всем. Всем всего доброго, крепкого здоровья и до новых встреч. Ваш Владимир Бутусов и салон Баянист.